Основной боевой танк «Леопард-1». История появления. Разрабатывался с 1956 года в рамках совместной с Францией программы создания единого европейского танка. Технические требования для разработки единого танка НАТО были опубликованы в ФРГ 25 июля 1956 года. В соответствии с ними масса машины должна была составлять 30 тонн, удельная мощность 30 лошадиных сил на тонну, запас хода 350 км, ширина машины не более 3150 мм, вооружение 90-миллиметровая пушка. Броня должна была защищать от 20-миллиметровых снарядов на всех дистанциях. Предусматривалась установка многотопливного двигателя, наличие системы защиты от оружия массового поражения и применение торсионной или гидропневматической подвески. Очень скоро выяснилось, что разработать единые технические требования куда проще, чем вести реальное проектирование танка по единой программе. Поэтому уже в 1957 году ФРГ и Франция приняли решение о параллельной разработке двух образцов танков. В 1963 году, еще до окончания сравнительных испытаний немецкого и французского прототипов, ФРГ окончательно отказалась от сотрудничества с Францией. В июне 1963 года под названием «Леопард-1» танк был принят на вооружение Бундесвера. Серийно производился в Германии с 1965 года по 1979 фирмами Krupp и Krauss-Maffei. Конструкция танка. Базовая модификация выпускалась с 1965 по 1970 годы четырьмя промышленными сериями, имевшие незначительные отличия друг от друга. Особенностями танка «Леопард-1» являются сочетание литой башни и сварного кривообразного корпуса, а также отсутствие вращающейся командирской башенки. Вместо нее установлен панорамный прицел и смотровые приборы по периметру командирского люка. Верхний лобовой лист корпуса имеет наклон 60 градусов при толщине брони 70 мм. Бортовая броня танка толщиной 20-45 мм. Обеспечивают защиту от бронебойных снарядов калибра 40 мм, осколков снарядов более крупного калибра и бомб. Относительно низкий силуэт, высота по крыше башни 2400 мм, затрудняет обнаружение танка. Рабочее место механика-водителя находится в носовой части корпуса, справа от оси танка. Слева от него размещается большая часть боекомплекта 42 выстрела. После долгих дискуссий остановились на калибре орудия с 105-миллиметровой нарезной английской пушки L7A3, которая в то время уже устанавливалась на английском танке Центурион и американском M60. Масса унитарного 105-миллиметрового выстрела позволяет заряжающим работать в темпе, близком к темпу заряжания 90-миллиметровой пушки, при значительно более высоком поражающем действии 105-миллиметрового снаряда. Пушка снабжена симметричными противооткатными устройствами, электрогидравлическими приводами наведения. Инжектор эксцентрично установлен на стволе орудия в зоне высокого давления пороховых газов, не уменьшает угол снижения пушки. Ствол имеет
быстроразъемное соединение трубы с казенной частью. Боекомплект пушки состоит из 60 арт-выстрелов. Боекомплект пушки входит под калиберные снаряды с отделяющимся патроном, имеющую начальную скорость 1475 метров в секунду, бронебойно-фугасные и кумулятивные снаряды. С пушкой спарен пулемет 7,62 мм МГ-3. На крыше башни устанавливался зенитный пулемет аналогичного калибра, причем для этого могла использоваться как турель на люке командира, так и турель на люке заряжающего. Боекомплект пулеметов состоит из 5500 патронов. В кормовой части башни по бортам смонтированы по 4 дымовых гранатомета. Для ведения огня из пушки используется оптический стереоскопический дальномер ТМ-2А, совмещенный с бинокулярным прицелом наводчика. Вспомогательный телескопический шарнирный монокулярный прицел ТЗЕ-1А и панорамный перископический монокулярный прицел командира ТРП-2А с ночным подсветочным каналом. Над стволом пушки установлен ИК-осветитель XSW-30U, обеспечивающий дальность обнаружения цели ночью на дистанции до 1200 метров. Оптические головки прицелов снабжены шторками, которые автоматически закрываются за 0,25 секунды до выстрела, исключая таким образом ослепление наводчика и командира от вспышки выстрела, что особенно важно при стрельбе ночью. Система управления огнем включает в себя электронный баллистический вычислитель. На танке «Леопард-1» устанавливается 10-цилиндровый V-образный четырехтактный дизель жидкостного охлаждения МТУ МБ-838 СИА-М500 мощностью 830 лошадиных сил при 2200 оборотов в минуту. Рабочий объем дизеля составляет 37330 кубических сантиметров. В одном блоке с ним устанавливается двухпоточная гидромеханическая трансмиссия ZF-4HP-250, состоящая из однореакторной комплексной гидропередачи с блокировочным фрикционом, автоматической планетарной коробки передач и механизма поворота дифференциального типа. Общая масса блока двигатель-трансмиссия 4600 кг. Блок крепится к корпусу танка с помощью 4 болтов. С помощью крана-балки он может быть заменен силами экипажа танка примерно за 20 минут. Расход топлива составляет 165 литров на 100 км. Мотор может работать на дизельном топливе, авиационном керосине или бензине с октановым числом 92. Двигатель позволяет 39,6 тонной боевой машине развивает максимальную скорость 62 км в час, преодолевать угол подъема 31 градусов, ров шириной 3 метра, стенку высотой 0,95 метров и брод глубиной 2,2 метров. Ходовая часть «Леопард-1» включает в себя 7 сдвоенных обрезиненных опорных катков на борт, 4 одинарных обрезиненных поддерживающих катка, ведущее колесо заднего расположения со съемными зубчатыми венцами и направляющее колесо, взаимозаменяемые с опорными катками. Подвеска
индивидуальная торсионная с телескопическими гидроамортизаторами на первом, втором, третьем, шестом и седьмом узлах подвески. Гусеница марки D139A2 цевочного зацепления с резиненно-металлическим шарниром параллельного типа и съемными резиновыми подушками. Экипаж танка состоит из 4 человек. В башне размещаются 3 члена экипажа, командир и наводчик справа от пушки, заряжающий слева. Леопард 1 оснащен фильтровентиляционной установкой, системой кондиционирования воздуха, навигационной аппаратурой, автоматической системой пожаротушения и обогревателем для экипажа. Средства связи состоят из звуковой радиостанции SIM-70 и внутреннего переговорного устройства.